Сегодня поздравить с юбилеем огнеборцев 35-й пожарной части пришли коллеги из других подразделений, руководство, а также ветераны, всю свою жизнь посвятившие этой непростой профессии. Для гостей был организован концерт и рассказана история создания самой пожарной части. 35-й части сегодня 35 лет. В 81-м году был издан приказ МВД СССР о создании нового пожарного подразделения по охране микрорайона Шакша Калининского района города Уфы. Но здания не было, поэтому мы нашли временные здания, создали временные условия, арендуемое здание мойки автомашин и параллельно начали проектировать, создавать условия для строительства нашего настоящего пожарного депо. Между пожарами успевали строить, между пожарами успевали профилактическую работу проводить в жилом секторе, были загружены до предела. Работали, кипели, горели. Ну, так пролетели 22 года моей жизни. Сегодня это самое красивое здание микрорайона, где созданы все идеальные условия для прохождения службы, для личного состава и для успешного тушения пожаров. Всем стандартам соответствует современное депо, значит, с имеющимся хорошим количеством техники, вооружения, ну и полноценным личным составом. Пожарную охрану могут попасть только люди честные, искренние. Это чувство товарищества. В огонь с посторонним человеком не пойдешь. Это испытанный друг, это настоящий товарищ, это бесстрашный воин, солдат, который не боится.